Добрый день, сейчас вам покажу обувь Германия Сток. Так, такие вот ботиночки замшевые. Размер 42 на шнуровке. Такие сапоги. Так, 5 чулки. Так, размерчик. Ботинки. Здесь вот имеются небольшие загрязнения. Так, размер 39. Так, такие туфли. Это H&M. Так, размерчик 39. Так, вот такие ботинки на шнуровке. Так, вот они идут утепленные. Так, размерчик у них 37. Так, такие укороченные сапоги. Ботильоны. Так, размерчик у них 36. С такой вышивкой. Такие ботинки на замке, на шнуровке замшевые. Так, размерчик у них 38. Так, вот такие сапоги. Размерчик 33. Так. Немного утепленные. Вот кеды. Так, размерчик 43. Так, вот такие сапоги. Такая идет сзади шнуровка у них. Так, на молнии. Размерчик 38. Так, вот такие сапоги. Так, они идут на замке. Так, размерчик 38. Так, размер 36. Такие сапоги. Так, у них 38 размер, они на молнии идут. Вот такие на платформе. Так, размерчик у них 36. Кеды. Так, размерчик. 43. Так, такие сапоги. Так, вот таких две пары. Так, размерчик 39 вот у этих. Этих 40. Такие замшевые. Идут утепленные. Так, размерчик 39. Такие сапоги. Размерчик у них 39. Такие сапоги. Так, они тоже идут в несколько парах. Они вот тут загрязнены. Требуется им 39 размер. 39. Вот это 38. Такие. Так, их тоже размеров. Так, вот этот размерчик 36. Так, 38. 41. 38. И размерчик 39. Так, они идут удивленные. Так, размерчик вот у этих 40. У этих 41. И эти 36. Спасибо за внимание.